Доброго времени суток, дорогие зрители и подписчики канала, с вами Локи, и сегодня у нас в преддверии матча 1/8 финала Евро-2024. Сборная Португалии против сборной Словении. Вы в комментариях пишите свои прогнозы на эту игру, как вы считаете, кто победит и кто пройдет дальше. Ну а совсем скоро мы узнаем, каким же результат будет в жизни. Понятное дело, что многие, конечно, прогнозируют проход дальше сборной Португалии, оно и очевидно, но в футболе бывают чудеса. И сборная Грузии в матче со сборной Португалии нам как раз-таки это доказала. Так что все возможно, будем смотреть. Сборная Португалии разводит с центра, поехали. На этом турнире, на Евро-2024, многие сборные, которые, так скажем, являются фаворитами, не всегда показывают мощную игру. Но вот сейчас сборная Португалии в атаке неплохо разыгрывают. Заскочили уже в штрафную соперника, но до удара пока дело не доходит. Здесь потеря Криштиану Роналду, попытка удара, скидка. И Словения пока просто пытается отбиться. А это лишь первые минуты встречи, и уже так тяжело дается выход из обороны сборной Словении. Португалия такой довольно хороший прессинг идет. В 2-3 футболиста сразу же пытаются перекрыть зоны. А вот здесь хороший перевод на левый фланг и попытка атаки уже в исполнении сборной Словении. И заработали аут. Но я думаю, для Словении здесь в этой встрече будут очень важны угловые, штрафные, потому что как раз-таки с них иногда бывает больше шансов забить, чем с игры. Словения в атаке. И вот здесь, мне кажется, стоило просто ударить уже по воротам, попытать свое счастье. Но в итоге мяч потерян. Сборная Португалии забирает его себе под контроль. Пепе. Это Витинья. Не успел сделать передачу, накрыли. И мне кажется, словенцы после вот этого первого штурма сборной Португалии на их ворота в начале матча как-то чуть-чуть подуспокоились. Ну и теперь уже сами пытаются что-то придумать. Здесь чистейший подкат. Криштиану Роналду ждет забегания Рафаэль Ляо. А справа есть Бернарду Силва совершенно один. Роналду делает передачу Ляо. Здесь рикошет. Ляо продавливает соперника. Передача в центр. Попытка удара. И этот удар тоже был заблокирован. Много пока борьбы. Нет каких-то чистых передач. Нет чистых ударов. Все чаще все проходит через ногу соперника. Где-то цепляет тело. Ну и у нас уже 22 минуты позади. Грубовато. Грубовато сыграли словенцы. И здесь останавливают встречу. Главный арбитр этого матча. Штрафной. Криштиану Роналду. Бернарду Силва. Залетел в штрафную. Вышел из нее. Португалия ищет свой момент. Но в итоге в очередной раз мяч потерян. Шешко. Сохраняет мяч для команды. И пошел на забегание. Но тяжело, когда твой центральный нападающий разыгрывает в центре поля. Спереди тоже кто-то должен открыться. Ну и по итогу потеря. И атака пошла уже в другую сторону. Снова Криштиану Роналду. Много он сегодня встречается с мячом. Канцелу, Диаш. Было нарушение, может быть, даже отложенная карточка позже будет. Но пока Португалия с мячом, РФ не останавливает игру. Остается 15 минут в первом тайме. А не сказать, что у сборной Португалии много моментов. Да, они пытаются подойти. Они пытаются что-то придумать. Криштиану Роналду откидывает мяч на Бруно Фернандеша. Бруно против двух. Здесь его накрывают. Но он не выключается из борьбы. Снова Криштиану Роналду. Канцелу. Передача в центр. Витинья. Не дают пока словенцы ударить. Роналду. Скидка. А почему же не бил? У тебя хороший удар даже с левой. Мог Роналду здесь ударить. А в итоге контратака и Шешко. Но тоже не смог доставить мяч для партнера. Меньше 10 минут. Много возни. Много хорошего прессинга в сегодняшней игре. Здесь у Роналду мяч отняли, но он достается снова сборной Португалии. Бернарду Силва.
Витинья. Хорошая передача пяткой на Бернарду Силву, но его встретить... На, это Бруно Фернандеш был. А вот сейчас Рафаэль Ляо, момент, удар 1-0. Не доиграли. Словенцы здесь свой момент. Мяч отскочил к Ляо, и он не стал уже ни с кем делиться. Была убойная позиция. И сборная Португалии под занавес первого тайма выходит вперед. Последние минуты первого тайма. Словения в атаке. Пытаются хотя бы что-то сейчас придумать, но в итоге потеряли мяч, и первые 45 минут завершены. Минимум моментов в этой встрече, но, как говорится, сборная Португалии-то нашла свой момент для того, чтобы скрыть ворота соперника. А здесь Криштиану зарабатывает штрафной. Попытаются быстро разыграть. Нет, Роналду берет этот штрафной под свое исполнение. Канцело пробегает мимо, Роналду бьет, и мяч проносится над перекладиной. Сейчас уже Словении терять нечего. Нужно где-то рисковать. Понятное дело, что нужно, так скажем, оголять тылы. Большими силами идти в атаку, но ничего не остается. Подача на дальнюю. Там никого нет, кроме Канцело. Ну и он решил вот так разрядить мощным выносом к центру поля. Словения на подборе. Чистый подкат. Ну а здесь снова неточная передача, и Криштиану Роналду отрабатывает. Исправляет неточный пас своего партнера Пепе. Диаш. Передача на Криштиану, и Рафаэль Ляо пошел забегать. Мендеш, Ляо, Витинья. И здесь тоже все перекрыто. А вот теперь словенцы могут попробовать в быструю контратаку выйти. Но и тут пас перекрывают, пока здорово читают моменты футболисты обороны как одной, так и другой сборной. 58-я минута. Снова сборная Португалии в атаке. И здесь просто Бернарду Силва не вкатил в ножку мяч Криштиану. Здорово, Шешко. Продавливает Пепе. Но Португалия отвоевывает мяч себе. 61-я минута. Бернарду Силва правым флангом. Зарабатывает угловой. Ну и начинаются замены. У сборной Словении сразу же два свежих игрока появляются на поле. Подача. До Роналду мяч не доходит. Рафаэль Ляо делает скидку. Удар поворотом от Бернарду Силвы, но мяч едва-едва долетел до Яна Облака. 68-я минута. Португалия продолжает удерживать мяч у себя. Ну а словенцы по-прежнему пытаются найти хотя бы какой-то момент, какой-то шанс для атаки на ворота соперника, но очень сложно дается им подход к чужим воротам. Ну а до удара по ним-то дело не доходит вовсе. 73-я минута, хорошая передача направо. Но не получилось ни навесить, ни передачу сделать. Снова Португалия мяч себе отвоевывает. И снова быстро пытается пойти вперед. Грубый фол против Бернарда Силвы. Но реф продолжает игру, так как Португалия осталась с мячом. Канцелу. Бруно Фернандеш, Криштиану Роналду вдвоем здесь. Старую связочку Манчестера разыграли. Бернарду Силва. Криштиану играет пяткой. И Бернарду Силва тоже пяточкой сыграл. Немножко красоты добавили. Канцелу протаскивает мяч. Скидка в центр. Ну и на этом атака сборной Португалии захлебнулась. Остается 10 минут основного времени. Но мне кажется, здесь, в принципе, все может так дойти и до конца. Словения за эти 82 минуты не показала, по большому счету, ничего. Ну а Португалия нашла свой момент, забила и комфортно себя чувствует. Есть какая-то у них уверенность, что соперник ничего не сделает. Сегодняшней встречи около их ворот. Канцелу. Забросик на Бернарда Силву. Криштиану Роналду заскочил в штрафную. Но передачу сделать не сумел, а здесь... Здесь снова сборная Португалии. Включает прессинг. Не дает сопернику даже отбиться.
Бернарду Силва. Это, да, Бернарду Силва бил по воротам. Ян Облак со второго раза мяч забирает в руки. Неплохой был момент у сборной Португалии. Ну, я думаю, РФ здесь не добавит много. Словения не может никак зацепиться за мяч в центре поля. Одну минуту добавляет главный арбитр. Эту минуту Португалия проводила в атаке. Ну и, я думаю, на этом все. В нашем прогнозе побеждает сборная Португалии. Она же проходит в следующий раунд турнира. Вы пишите свои прогнозы в комментариях, поддерживайте видео лайком. Ну а скоро мы узнаем, как же эта встреча завершится в жизни. С вами был Локи. Всем спасибо, всем пока.